В крестьянском хозяйстве Туран вовсю идет уборочная кампания. Глава хозяйства Хабибулла Азимов не устает перечислять всех плюсов нового сорта хлопка, выращенного на экспериментальных гектарах. Раньше у нас был сорт, который мы выращивали на протяжении нескольких десятков лет. Давал хлопковолокно только 5-го класса. Но его мы не могли отправлять на экспорт, оно спросом не пользуется. Из хлопка нового сорта Туркестан мы вырабатываем хлопковолокно 4-го класса, а его уже отправляем на текстильные предприятия. К слову, 95% от общих объемов собранного и переработанного хлопка крестьянское хозяйство отправляет на экспорт в Россию и Беларусь. Остатки 5% направляют на производство хозяйственной ваты. В планах увеличение площадей под новый сорт. Сейчас мы выращиваем сорт Туркестан на 316 гектарах, но в планах расширение площадей. Отметим, крестьянское хозяйство Туран может стать примером хлопкового кластера, охватывающего весь цикл от выращивания хлопка до производства хлопковолокна, растительного масла, хозяйственного мыла и кормов для скота, шрота и шелухи. Сейчас дихане всерьез подумывают о создании собственной животноводческой фермы.